Виталик Бутырин предлагает новую модель децентрализованного фандрайзинга – DAICO. Термин подразумевает объединение лучших свойств ICO и концепции децентрализованных автономных организаций – DAO. Вот как видит суть идеи Бутырин. Контракт DAICO выпускается командой разработчиков для привлечения средств на развитие проекта. Стартует контракт в режиме пожертвований посредством механизма, благодаря которому любой человек может отправить его в эфириум адрес и получить взамен токены. Это может быть продажа через CoinMarketCap, голландский аукцион, онлайн-предложение монет, динамические продажи в рамках правил Know Your Client или любой другой механизм. Как только срок взносов завершается, пользователи больше не могут вносить эфиры. С этого момента определяется баланс первоначальных токенов, после чего ими можно торговать.